Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем парусник Юнга. В набор входит клей, наждачка, 24 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. Деталь под номером 13 просто вставляем. На этом этапе клей не используем. А здесь нам пригодятся ножницы. Наш логотип на парусе должен оказаться вверху мачты.
готово. У собранной модели вращаются мачта и судовой руль. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!